Ну вот и подошла к концу первая часть серии. Ну вот и подошла к концу первая часть из... Ну вот и подошла к концу первая часть видео по теме ESP8266. Во второй части вас ждет самое интересное, то есть под... То есть прошивка и программирование ESP8266. То есть прошивка и программирование ESP8266. Очень ему нравится эта кнопка. Так и норовит испортить. Если вам это видео понравилось, тогда обязательно ставьте ваши пальцы. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу ВКонтакте. Продолжение будет в описании к этому ролику. Всем пока! Загадочный хищник.